На Олимпиаде в Рио у нашей сборной есть третье золото. Дзюдоист Хасан Халмурзаев стал победителем весовой категории до 81 килограмма. В финальном поединке одолел соперника из США Трэвиса Стивенса. За нашего спортсмена болела вся его родная Ингушетия, да и вся страна. Люди собрались у большого экрана на центральной площади Назрани. Конечно, переживали и дома родные и друзья Хасана. Все время мне казалось, что он все равно без медали не вернется ни с какого соревнования. Вот сегодня вот Олимпиада, да, это ответственно. Я когда мне сказали, что он попал на Олимпиаду, я говорю, это настолько ответственно, ты еще не понимаешь. Он как-то был очень рад этому, но потом, когда уже ехал туда, вот, в Бразилию, он говорит, да, настолько мне сейчас уже как-то не по себе. И вот первое время я не верила, что таких высот он, тем более Хасан, они настолько были недисциплинированы, не собраны. Они росли как два близнеца, им все было позволено. Ну, в плане того, что они плохого ничего не делали, но дисциплины не было такой, там, чтобы вот именно в спорте то, что нужно. Но потом это все появилось. Они стали вовремя и в школе лучше учиться, и заниматься спортом. Я поняла, что результат хороший есть в этом. И мы только всячески этому всему содействовали, конечно. О том, как поддерживали Хасана Халмурзаева, в эфире нашего канала рассказал глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Символично, что не привязывая самого парня, кто боролся с Хасаном, американец, а именно привязывая уже политику к этому, что Хасан, борясь с американцем, почему? Потому что американцы стояли первыми за теми вот пакостями, подлостями по отношению к нашей сборной. И вот он победил его. Вот это вот просто символично, просто вот это. И мы вот, когда он вышел в финал, и когда вот увидели, что американец вышел, вот, знаете, я вот в душе подумал, наверное, Всевышний вот так дал, чтобы показать. Вот вы хотели, вот получайте. Правда всегда побеждает, и правда победила.